Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Заслуженный экватор. Итоги первой половины месячника по благоустройству подвели на заседании штаба по проведению традиционной уборки города. Прокачать навыки волонтерства. Школа комьюнити-менеджмента открыла свои двери для юных добровольцев региона. Не лает, не кусается, на прохожих не бросается, потому что воспитанный и чемпион России. В региональном УФСИН состоялся день открытых дверей. Танцы, песни, акробатические номера и море эмоций названы победители областной студенческой весны. Ремейк прошлогоднего финала Суперлиги. Баскетболисты Самары и Уралмаша начинают полуфинальную серию. И начинаем выпуск с крупного ДТП. Оно произошло в центре Самары с участием каршерингового автомобиля. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Polo на большой скорости влетел в столб. Путь исследования в районе дома 28 по улице Фрунзе по неустановленной причине допустил наезд на световую опору, расположенную посередине дороги между трамвайных путей, в результате чего водитель получил травмы и доставлен скорой медицинской помощью в медицинское учреждение. На место происшествия сразу же выехали бригада скорой помощи и пожарные. Спасателям пришлось разжимать детали машины, так как пострадавшего зажало в салоне. На месте работала оперативная служба. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Предварительная причина – несоблюдение скоростного режима. Из-за ДТП на улице Фрунзе образовалась огромная пробка и со стороны моста через реку Самара, и в обратном направлении. Итоги первой половины месячника по благоустройству подвели на заседании штаба по проведению традиционной уборки города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Участники встречи обсудили результаты первого общегородского субботника и наметили дальнейший план работ. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Более 9300 кубометров мусора уже вывезли с территории Самары в первые 14 дней апреля. В работе было задействовано более 1000 единиц специальной техники. Такие цифры озвучили на заседании городского штаба по проведению месячника по благоустройству под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Представители муниципальных предприятий доложили о выполнении работ на своих закрепленных участках, а также сообщили о планах на ближайший субботник. Планируется, что приводить город в порядок выйдут более 40 тысяч человек. С улучшением погодных условий становится возможным проведение большего вида работ. Так, на ближайший субботник запланированный сбор мусора и листвы там, где уже растаял снег, покраска и восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений, а также высадка растений и опиловка деревьев. Каждый район понимает свою территорию, где работают его сотрудники, где работают предприятия района. Тем более, хочу сказать огромное спасибо руководителям предприятий, которые приняли решение о благоустройстве прилегающих территорий или дополнительных территорий, а не только на территории своих предприятий, за что огромное спасибо. Всего за первую половину месячника на уборку вышли около 80 тысяч человек. В их число входят школьники, студенты и участники патриотических отрядов, которые приводят в порядок не только территорию своих учебных заведений, но и помогают во дворах тех домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Они берут шефство за теми мемориальными сооружениями, которые находятся в непосредственной близости от их учебного заведения. Это мемориальные доски, посвященные нашим участникам войны, нашим героям. Это какие-то памятники, которые в том числе есть на территории школ. Кроме того, они приводят в порядок дворы, где у нас живут ветераны, участники войны, инвалиды войны, наши заслуженные люди. Глава города продолжает держать на контроле работы по восстановлению благоустройства в местах, где зимой проводили аварийные вскрытия. Сейчас по постоянной схеме восстановлены 43 объекта, еще на 65 участках работы ведут в эти дни. Особое внимание Елена Лапушкина поручила обратить на аллею трудовой славы, где пройдет празднование Дня труда, а также объекты инфраструктуры, которые будут задействованы в проведении всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В рамках месячника по благоустройству приводят в порядок и улично-дорожную сеть, а также парки, скверы, дворы и общественные пространства. Не стал исключением и сквер «Восточный» у 48-й школы по Зубчининовскому шоссе. Тему продолжит Елена Чернявская. У сквера «Восточный», который находится напротив 48-й школы, сегодня особенно многолюдно. Необходимо убрать мусор и оставшуюся с осени листву. Облагораживать территорию вместе с жителями Кировского района приехали сотрудники районной администрации, департаментов и профильных ведомств. Запланировали много видов работ. Ну, это, во-первых, подбор мусора, это раз. Подмести, убрать, опиловку деревьев провести, потому что дирекция школы обращалась с этой просьбой. Сегодня это сделаем. И, соответственно, весь мусор вывезем
сразу. Те деревья, которые будут спилены, они будут здесь же переработаны. То есть после себя постараемся ничего не оставлять, а оставим только чистый нормальный сквер до следующего года, до благоустройства. Вооружившись перчатками, граблями и мусорными пакетами, к масштабной уборке подключились все желающие. В помощь людям направили специализированную технику. Это наше лицо нашего поселка. Здесь много гуляет и с детьми, и вечерами родители вот с ребятишками, со школы много детей выходит. Поэтому сегодня хотим навести здесь порядок. Большинство жителей хотят видеть свой микрорайон ухоженным, поэтому вносят свой личный вклад в благоустройство. После уборки важно поддерживать порядок. Для этого будут предприняты все необходимые меры. Работы по наведению чистоты и уюта в Кировском районе проводятся регулярно, а в ближайшее время сквер претендует на благоустройство. В 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63 городсреда.ру пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Именно жители выбирают, какой парк или сквер будет обновлен в следующем году. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Прокачать навыки волонтерства. Школа комьюнити-менеджмента открывает свои двери для юных добровольцев Самарской области. Первый интенсив прошел в медицинском колледже имени Ляпиной. Как приобрести профессиональные навыки, чтобы сделать мир лучше, расскажет Ольга Волкова. Научиться правильно планировать время, выстраивать отношения с коллегами и прокачать навыки тимлидерства. Школа комьюнити-менеджмента открывает двери для добровольцев Самарской области. Первый интенсив стартовал в Самарском медицинском колледже имени Ляпиной. Участников учат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества. У нас в колледже 5 основных направлений. И недавно у нас появилось одно направление – это творческое направление. На каждое направление у нас есть свой координатор. У каждого координатора имеется заместитель. И каждого заместителя и координатора координирую именно я. Я бы хотела лучше начать организовывать свое время, потому что со своими всеми обязанностями у меня просто не хватает времени. И я хотела бы в данный момент этому научиться. Опытные сотрудники Самарского дома молодежи проведут тренинги в 11 СУЗах и вузах Самары и Самарской области. Всего планируется обучить свыше 100 молодых людей, которые связали свою жизнь с добровольчеством. Мы приезжаем в эти сообщества и проводим для них интенсив 4-часовой. Мы им рассказываем про тимлидерство, то есть начиная с более низкой ступеньки, о том, как волонтеры могут организовывать других волонтеров на мероприятиях непосредственно, подготавливаться к мероприятиям. И следующая ступенька, мы уже накладываем сверху, это комьюнити менеджмент. Это то, как управлять волонтерским сообществом, мотивировать с помощью каких-то нематериальных средств, чтобы знать мотивацию каждого человека, зачем он приходит. Завершающей частью проекта станет выездной обучающий лагерь-семинар, где лучшие 50 участников проекта посетят воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона. Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется Самарским домом молодежи в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта образования. При поддержке администрации городского округа Самара, Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. И друг, и боевой товарищ. В Самарской области более 190 собак несут службу в подразделении ХУФСИН. Они не только охраняют заключенных, но и ищут запрещенные вещества, оружие, боеприпасы. Готовиться к службе начинают в 6 месяцев. Кинологи провели день открытых дверей на территории управления по конвоированию и показали, что умеют четвероногие защитники. С ними познакомилась Светлана Кудрявцева. В УФСИН России по Самарской области 16 кинологических подразделений, в которых содержатся 195 служебных собак. Это немецкие, кавказские, бельгийские овчарки, ротвейлер, кукер-спаниели и лабрадоры. Попадают к кинологам они полугодовалыми щенками, а на службу собаки могут поступать уже с года. Служебных собак мы получаем с племенных питомников УФСИН России, в основном это Ульяновская область. В прошлом году, оказывается, мы получили 12 служебных собак-щенков. В этом году мы получаем еще 10. То есть выезжаем вместе с ветеринарами, смотрим состояние, подбираем. Но в основном это все щенки и все сужены собаки породы немецкая овчарка, которые обладают наиболее рабочими качествами.
Служебные собаки охраняют периметр исправительных учреждений, ищут наркотики, проверяют въезжающий транспорт на наличие запрещенных веществ. Длинношерстная немецкая овчарка Бригитта демонстрирует обыск отдельно стоящего транспорта. Она обязательно обходит ходовую часть машины и, если обнаружит взрывчатое вещество, оружие или боеприпасы, подает знак хозяину. Контакт собаки и кинолога – одна из самых сложных и важных составляющих в работе. Когда работаю, я такой же спокойный, как и она. То есть я понимаю то, что собак, большая часть работает собака, а мое дело – это контроль, направить ее на это дело. То есть я должен тоже как-то вникнуть, понять ее, успокоиться, то, что, Бригитта, все хорошо, сейчас мы отработаем с тобой, поедем благополучно домой. На службу в УФСИН обычно берут собак сангвиников и холериков, а вот меланхолики не подходят, слишком мечтательные. У них развито зависание, тормозность, оно так и называется, и сильная ориентировочная реакция. Ориентировочная реакция – это отвлекаемость абсолютно на все. Собакой можно заниматься, она увидела любой раздражитель, допустим, птицу, голову вверх подняла и забыла, что в принципе делала. Одно из самых ярких упражнений, которые отрабатывают служебные собаки – это лобовая атака с задержанием. После 5 лет службы собаки проходят комиссию, которая определяет, можно ли остаться на работе или пора на отдых. Немецкая овчарка Регина уже вышла на пенсию. Она осталась жить у своего кинолога, но продолжает приносить людям пользу. Участвует в канистерапии, общается с людьми с особенностями здоровья, а также с пожилыми и детьми. Девочка, значит, 7-8 лет. Ну, очень такая неуверенная в себе. Там есть определенные проблемы. Вот, посмотрев на Регину, посмотрев на меня рядом с собакой, она захотела повторить. Захотела так бодро встала. А можно? Ну, наша Регина, она умничка, конечно же. И сидеть, и лежать, и команда «Змейка» цирковая. В общем, все. И когда она все это выполнила, конечно, девочка была в диком восторге. За активную волонтерскую деятельность и многолетний труд сотрудники кинологической службы наградили Регину медалью. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Танцы, песни, акробатические номера и море эмоций. В Самаре назвали победителей областной студенческой весны. Лучшие номера представит регион на Всероссийском фестивале, который в этом году по праву пройдет в Самаре. Ведь именно на Волжских берегах 30 лет назад зародилась идея создать единую студвесну для молодежи всей страны. Лауреатов и победителей областного конкурса поздравил губернатор Дмитрий Азаров. За творческими состязаниями и накалом страстей наблюдала Светлана Кудрявцева. Пятнадцать вузов и 3000 студентов в этом году приняли участие в самарской студвесне. Жюри отсмотрело 244 номера. 80 участников получили звание лауреатов, 92 стали дипломантами. Лучшие номера показали в программе областного гала-концерта. Областная студенческая весна 2022 года – это 14 концертов, 70 песен, более 60 танцевальных и 27 театральных номеров, 8 театров мод и 8 музыкальных групп, а также 12 команд КВН. Участников фестиваля приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Самару накрыла волна творческой молодой энергии, и это благодаря вам. Спасибо вам, спасибо замечательным артистам, которые подарили нам этот праздник. Своими эмоциями поделился председатель Самарской губернской думы академик РАН Геннадий Котельников. Я просто вот потрясен. Концерт супер, супер, супер современный. Ну просто организация, никаких накладок. Ну просто замечательно. Я получил громаду удовольствия, как и 2000 с лишним человек, сидящих в зале. Геннадий Котельников вручил награды в специальных номинациях, а глава региона наградил победителей. Третье место разделили два вуза – Самарский государственный технический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет. Мы не остановимся на третьем месте. На следующий год мы попробуем взять
первое. Побороться за первенство обещали студенты медицинского вуза. В этом году у них серебро, а победителями признали Самарский государственный экономический университет. У них уже 14-е золото в студенческом весеннем фестивале. Лучшие номера областной студвесны представят на всероссийском уровне. В этом году фестиваль отмечает свое 30-летие и возвращается в Самару, в город, где в 1992 году и было принято решение создать студвесну всероссийского масштаба. Мы гордимся тем, что студвесна родилась у нас. И по праву примем юбилейную всероссийскую студвесну в мае этого года в Самаре. Впервые будет поднят флаг студвесны. Впервые. И впервые студвесна выйдет на улицы города. Мы хотим, и я уверен, вместе с вами проведем ее так, чтобы это был настоящий праздник, живой, молодежный, творческий для всех жителей нашего региона. 30-й Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В нем примут участие более 3500 студентов со всей страны. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Эти семьи просто космос. В Самарском дворце бракосочетаний чествовали ветеранов РКЦ «Прогресс», которые вместе уже более 50 лет. 6 пар расписались в книге золотых юбиляров, получили подарки и вновь почувствовали себя молодыми. Супругов поздравил и наш корреспондент Андрей Горгуленко. Геннадий и Любовь Шеховцовы снова расписываются в ЗАГСе, доказывая свою любовь и верность. В первый раз они это сделали 55 лет назад. Познакомились изумрудные юбиляры в студенческие годы, вместе жили на одном этаже в общежитии. Потом вместе работали на «Прогрессе». Любовь Александровна была начальником сектора информационных технологий, а Геннадий Викторович – ведущим инженером-конструктором. Признаются, особых секретов семейного счастья нет. Главное – это взаимопонимание. Самое главное, конечно, это стараться понять, что хочет другой, и попытаться исполнить это, если, конечно, получается. Но, как правило, получается. Мы все-таки действительно вместе всю жизнь, поэтому тут и терпение – это тоже одно из. Чету Шеховцовых, как и еще 5 пар ветеранов «Прогресса», которые прожили вместе более 50 лет, сегодня чествовали в Самарском дворце бракосочетаний на празднике «Семья – просто космос». Юбиляры оставили свои подписи в книге золотых пар, а также получили подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от предприятия, где счастливо трудились своими семьями. Это наш золотой фонд. Эти люди – это наша гордость. Это золотые руки, золотые умы, а самое главное – золотые сердца, которые показывают нам, молодежи и следующему поколению, что действительно можно жить, как нужно жить, подают свой пример молодежи. Завершился торжественный вечер танцем. И, как отметили юбиляры, в этот момент они вновь почувствовали себя молодыми. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Стоит ли брать кредит, как не положить лишнего в корзину в магазине, куда вложить деньги? Для учащихся социально-экономических классов городских школ на базе Самарского университета прошла квест-игра «Территория финансов». Задача таких занятий – профориентация школьников. Виктория Шаре расскажет подробнее. Дважды в неделю они собираются вместе, чтобы разобраться в вопросах экономики. И так с января по май. Учащиеся 8-10 социально-экономических классов самарских школ грызут гранит непростой науки. И каждый месяц, чтобы закрепить полученные знания, участвуют в тренингах, квизах и квестах, один из которых подготовили сотрудники Центробанка России при поддержке администрации города и Самарского университета. Задача организаторов – сориентировать будущих абитуриентов в выборе профессии, да и просто научить финансовой грамотности. Это очень большой вклад, на самом деле, в личностное развитие, потому что, как показывает опыт, не только у школьников, но и в целом у населения западает финансовая грамотность. Да, и свидетельство тому вот неумение соотносить доход с расходом, да, поэтому мы берем кредиты дополнительные какие-то, непонимание, как заработать на собственную пенсию, как ее формировать. Ученица 10 класса Аиша Бурзуева говорит, мечтает стать адвокатом или прокурором. А для этого нужно разбираться в вопросах экономики и права. Экономика – это часть нашей жизни. Я считаю, что важно разбираться в этой теме. Да, конечно, есть люди, которым это дается сложно, но если разобраться и найти человека, который сможет все это разъяснить более простым языком, то это вполне возможно.
Даниил Саркисьян с вузом пока не определился, но уже решил, что будет поступать на факультет менеджмента. Говорит, экономические знания и в обычной жизни не помешают. Вот даже можно взять поход в магазин. Обычный человек, ну, самый обыкновенный, зайдет в магазин и просто накупит чего-то бесполезного, чего-то ненужного для себя. А человек, у которого есть экономический такой склад ума, если так можно выразиться, он сделает какой-то список себе, посмотрит какие-то скидки или что-то такое. Летом участников проекта ждет профильный заезд в лагерь. Кроме того, по окончании обучения ребятам выдадут сертификат, который даст возможность трудоустроиться на каникулах помощником специалиста. Вакансии предоставит партнер проекта «Молодежный центр Самарский». Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Баскетболисты «Самары» продолжают защищать титул чемпионов Суперлиги. В полуфинале им предстоит повторение прошлогодней финальной серии против «Уралмаша». Футболисты «Крыльев» тоже входят в заключительную стадию сезона и готовятся к матчу против соседей по турнирной таблице. Обо всем по порядку в рубрике «Новости спорта». Назначены арбитры на матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игру Крыльсовета в Краснодар, которая состоится в Самаре, в воскресенье будет обслуживать москвич Сергей Карасев. Один из лучших арбитров страны. Ему нередко доверяют матчи европейских турниров. Помогать ему будут Валентин Мурашов из Москвы, а также Наиль Сайфетдинов из Казани. При судействе Карасева самарцы провели 28 матчей и победили лишь 8 из них. Чтобы улучшить эту статистику, команда активно готовится к матчу. Накануне в тренировке приняли участие все футболисты, включая Матео Барыча и Ивана Игнатьева, которые восстановились после повреждений и вернулись в общую группу. Баскетболисты «Самары» начинают полуфинальную серию Суперлиги против «Уралмаша». Первые две встречи серии до трех побед состоятся в Верхней Пышме. Третий и, если потребуется, четвертый матч пройдут в Самаре. Если дело дойдет до пятой игры, команды вернутся в Свердловскую область. «Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата занял первое место. Сейчас у команды в чемпионате серия из 17 побед подряд. 14 из них были в конце регулярки и 3 победы в четвертьфинале. «Самара» и «Уралмаш» в этом сезоне сыграли 4 раза. В чемпионате оба раза сильнее оказались уральцы, а вот в кубке дважды триумф отмечали волжане. В прошлом году соперники сражались в финале, но теперь до решающей стадии доберется лишь один коллектив. В Нижнем Новгороде прошел турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3-3 в рамках 15-го суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги. В составе сборной Самарской области выступили воспитанники Сызранской ШОР номер 2. На групповом этапе сборная Самарской области одержала победы над Оренбургом 14-5, Саратовом 11-4 и Удмуртией 7-5. Затем в четвертьфинале обыграли Башкортостан 19-4, а в полуфинале сборную Нижнего Новгорода 10-8. В решающем матче сызранцы выиграли у сборной Чувашии со счетом 12-8 и завоевали золотые медали. Эксклюзивный проект телеканала «Самара-ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Администрация Кировского внутригородского района в своем телеграм-канале публикует подробный фотоотчет о жителе Самары, который принял участие в акции «Своих не бросаем». Молодой человек решил помочь вынужденным переселенцам с Донбасса и доставил гуманитарную помощь на базу «Дубки», где находятся эвакуированные жители ЛНР и ДНР. Глава Советского внутригородского района Вадим Бородин создал свой телеграм-канал. Об этом сообщает руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова. Канал главы Советского района доступен по опубликованной ссылке. В связи с проведением забега, посвященного Дню космонавтики, на некоторых участках дорог будет ограничено движение транспорта, говорится в телеграм-канале Дептранса. Так, с 6 до 11 утра 17 апреля движение ограничит по улице Молодогвардейской от улицы Маяковского до Вилоновской, по Вилоновской от Молодогвардейской до Чапаевской, по улице Чапаевской от Вилоновской до Шостаковича, по Шостаковича от Чапаевской до улицы Куйбышева, а также по Куйбышеву от Шостаковича до Максима Горького. Общественный транспорт будет работать по временной схеме. Администрация городского округа Самара в своем телеграм-канале приглашает самарцев на бесплатные автобусные экскурсии «Гостеприимный горожанин». Участники смогут ознакомиться с самарскими достопримечательностями, самыми красивыми и знаковыми местами областной столицы. Квалифицированные экскурсоводы расскажут не только о культуре родного города, но и познакомят с туристической инфраструктурой. Первая экскурсия состоится 15 апреля в 18 часов вечера. Побывать на ней смогут жители города старше 7 лет. О необходимости соблюдения правил использования газа в быту напоминают в телеграм-канале железнодорожного района Самары и дают важные рекомендации. При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода и немедленно вызвать скорую помощь. При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить по телефонам 04 или 104, а также по телефонам экстренных служб 01, 101 и 112.
За новостями в телеграм-канале «Самара ГИС» ежедневно следят более 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». А выпуски новостей смотрите на платформе «Рутюб». Всего доброго, до встречи!